Перед началом видео зову всех подписаться на телеграм-канал. Здесь различные новости о майнинге. Также сейчас у нас идет розыгрыш асика. Обязательно участвуйте. Еще есть время до 2 июня. Присоединяйтесь в группу, выполняйте вот эти вот условия. Подписаться нужно всего лишь на 2 канала и заполнить форму. И все. И вы сможете с вероятностью получить домашний асик, на котором будете майнить эфир и зельку. Проект Game Pass продолжает развиваться. На эту тему у меня было 2 видео. Первое по майнингу, второе по привязке игры Dota для того, чтобы получать выплаты. В этом видео мы рассмотрим все интересующие вопросы. Первое – это как привязать Dota и PUBG для того, чтобы получать выплаты. Если вы играете в эти игры, это просто нужно сделать, потому что там платят. Вы также будете играть на тех же серверах, в вашей жизни ничего не изменится, но просто вам будут приходить монеты. Монеты приходят в разном количестве, это зависит от различных коэффициентов, сумма зависит от курса этой криптовалюты, она постоянно меняется, вот можно посмотреть ее здесь. Вот сейчас она как бы не в самом пиковом значении, но когда я играл последнюю катку в Доту, мне, если в рублях говорить, заплатили за выигранную катку где-то 40 рублей. В принципе, это как бы вроде и немного, но если вы эти монеты сохраните, возможно, они вырастут, и вы заработаете больше. Но в любом случае, почему бы нет? Учитывая то, что один раз настраиваете, а дальше просто получаете выплаты. После того, как настроим, я покажу весь процесс того, как я вывожу деньги из этой монеты в наши настоящие рубли, которые мы сможем потом тратить. Смотрите видео до конца. На странице Game Pass Network можно найти, получается, вкладку «Кошелек». Для того, чтобы получать выплаты, нужно будет кошелек скачать. Для этого, вот, для винды, если у вас винда, выбираете кошелек, нажимаете «Скачать» и его устанавливаете. Во время установки появится 12 слов. Их необходимо будет выписать на листочек и не потерять. Эти данные нужны будут для восстановления кошелька. А также во время установки вас, скорее всего, попросят ввести пароль, которым вы будете в будущем пользоваться. И после того, как вы все сделаете, пройдет синхронизация, наверное, будет это длиться часа 3. И вот у вас появится кошелек в таком виде, и на него вы сможете получать монеты, вот как у меня. Для того, чтобы получать монеты на кошелек, нужно будет зайти в файл, получить адрес. Здесь нужно будет создать новый адрес, например, for pubg, что-нибудь такое, без разницы. У вас появится адрес, нужно будет его скопировать. Дальше нам пригодится для того, чтобы получать на него выплаты. Вот здесь вот нажимаете «Копировать». На MiningPoolStats находим монету Game Pass через поиск. Здесь листаем пониже. И тут есть вкладка «Discord». Вот по ней нажимаем. И здесь присоединяемся к их группе. Здесь закрываем. Здесь находим бота справа, называется GP-бот. На него нажимаем левую кнопку мыши. Здесь что-нибудь пишем его, вот, например, 1, 2, 3. И для дальнейшего общения с ним нужно верифицироваться на их сервере. У вас должно появиться вот такое сообщение от капча-бота, вот сверху. Можно попробовать нажать вот еще на Game Pass сервер. И здесь вот найти капча-бота вправо вверху. Вот по нему нажимаете. И вот он здесь тоже находится. Ну и здесь вот перейду на капча-бота слева, и нужно пройти капчу. Здесь нажимаем «Авторизоваться», еще раз нажимаем «Верификация», и здесь вводим капчу. Так, собаку выбираем, да? Интересно, белую или любую? Пускай любая будет. Так, все, мы были верифицированы. Теперь необходимо привязать все данные к нашему аккаунту для того, чтобы получать выплаты. Для этого в Дискорде мы находим GP-бота. Его можно найти, получается, в группе Game Pass. Здесь вот он справа будет. Если не будет, то вот это вот нажмите, вот человечков, да? Вот он появляется, пропадает. Вот на него правую кнопку мыши. И месседж. И вот наша цель, чтобы у нас, получается, все данные были заполнены. Вот, получается, папка ID, Steam ID и все остальное. Сделать это очень просто. Для того, чтобы привязать, получается, кошелек,
Давайте изначально наберем какую-нибудь любую команду, допустим, 1, 2, 3, и он даст подсказки. Для того, чтобы привязать кошелек, мы пишем set wallet. И через пробел указываем, получается, кошелек, который мы с вами скачали недавно. Вот из него мы дергаем адрес. Вот копируем и вставляем туда. Таким вот образом и нажимаем Enter. У меня он уже привязан, поэтому я не буду его привязывать заново. После этого вам необходимо привязать еще и Steam. В Steam вам нужно перейти в свой аккаунт, и здесь у вас будет ваш ID-шник. Вот его необходимо будет скопировать, дальше он нам пригодится. После этого вы вводите команду, вот эту вот, set Steam. Вот отсюда можно ее скопировать, из примера. И вот сюда вот вставить ваш ID-шник, который вы скопировали только что. И нажать Enter. Вот получается в таком виде. После этих этапов вы можете набрать команду Stats. И у вас должны быть заполнены все поля, кроме PubGuide. То есть у вас должен быть заполнен кошелек, заполнен Discord ID, заполнен Steam ID. И дальше будем заполнять вот это вот поле, PubGuide. Переходим на вкладку настройки. Переходим на эту вкладку. Здесь должны обязательно поставлены следующие галочки. Вот это вот первое, где вот мышкой вожу. И вот это вот третье, где мышкой вожу. Будут учитываться обычные и рейтинговые игры. Теперь запускаем саму игру PUBG. После запуска игры в Дискорде мы должны вот нажать на этого бота, который GP-бот, правой кнопкой мыши, и здесь нажать Invite to join PUBG Battlegrounds. И у нас появится рамочка, что мы успешно его пригласили. Давайте введем команду stat. И видим то, что у нас привязан PUBG. Кстати говоря, всех выполненных действий достаточно, чтобы играть и в PUBG, и в Dota 2. Вы также сейчас можете зайти в Dota 2, играть рейтинговые и обычные игры, и вам за это также будут платить монеты. Конкретно в PUBG я играть вообще не умею. Поэтому я, получается, сыграл две игры. Одну меня сразу вырубили, а в другой я смог занять 17 место и одного кого-то там убил, короче. Все это заняло примерно, наверное, 20-30 минут. И, ну, из-за того, что я как бы играю очень плохо, мне заплатили очень мало. Там много коэффициентов, которые отвечают за выплаты. И для того, чтобы получить выплаты больше, нужно хорошо играть. Но это не про меня. И за это все мне дали 80 монет. Вам, как профессионалам, должны давать гораздо больше. По поводу выплат. Выплаты производятся каждый день. Здесь вы нажимаете команду Stats. И видите, через сколько будет выплата. Вот, 7 часов, 2 минуты. И в чем основной момент? В том, что если вы сейчас сыграете, например, да, представим, что я только что сыграл и вот набрал команду Stats. Вот написано 7 часов, 2 минуты. И конкретно в этот раунд я, скорее всего, не попадаю. И мне нужно будет дождаться, когда вот пройдут эти 7 часов, 2 минуты. И потом, спустя вот это время, еще сутки должны пройти. И вот примерно вот в этот момент и мне, скорее всего, выплатят монеты. Вот видите, выплатили 80-91, то есть все настроено правильно. Поэтому не нужно паниковать, то что выплат нету сразу. Нужно просто подождать, максимум 2 дня. Но, скорее всего, так, как я сказал, сначала вот то время, которое здесь указано, плюс 24 часа. После этого момента нужно монетам время, чтобы долететь до вашего кошелька. Вот таким вот образом это выглядит. Вы там видели число 80 монет. Вот они здесь и есть, 80 монет, которые мне должны были заплатить. Теперь давайте поговорим о том, как обналичить монеты. Например, вы играли-играли, набрали большое количество монет и хотите превратить их в рубли. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно перевести монеты на бирже обменять их на доллары, а потом доллары обменять на рубли. А на примере биржи Hegex я покажу, как это сделать. Если вы хотите поддержать канал, то можете зарегистрироваться на этой бирже по ссылке в описании. После того, как зарегистрируетесь, нужно будет
пройти двухфакторную защиту. И после этого можно будет торговать этой монетой и всеми остальными на этой бирже. Вот здесь, вот в настройках, переходите к двухфакторной авторизации. И здесь вам нужно будет скачать приложение Google Авторизатор. Сейчас выведу на экран, как оно выглядит в Google Play Market. После того, как скачаете, нужно будет навести камеру вот на этот QR-код. Также необходимо записать вот этот код на листочек и его не потерять. И у вас появится шестизначный код в приложении. Нужно будет его вот сюда ввести. После этого вы сможете в день торговать по 2000 баксов. Думаю, вам этого хватит. Теперь переходим в кошелек. Здесь в поиске вводим GPN. Это имя монеты, вот Game Pass, да? Нажимаем депозит. И получается, вот на этот адрес скидываем количество монет, которые вы хотите обменять. Здесь внутри кошелька нажимаем отправить. Сюда вставляем получателя. И вводим количество монет, которые мы хотим отправить. Например, пускай это будет 15 тысяч монет. И здесь нажимаю «Отправить». Здесь вводите пароль, который вы указывали при создании кошелька. Нажимаете «Yes». Спустя минут 5 у вас появится такая строка на бирже «Последние депозиты». Возможно, нужно будет перезагрузить страницу. И здесь необходимо 720 подтверждений для того, чтобы монеты оказались на бирже. Это не так быстро, поэтому нужно ждать. Вот, наконец-то, деньги дошли, 15 тысяч монет. Ждал я примерно 12 часов. Это связано с тем, что нужно 720 подтверждений. Разработчики говорят, что эта мера необходима для безопасности на данный момент. В будущем, возможно, будет все быстрее. Для того, чтобы вывести деньги, нам необходимо обменять вот эти монетки GPN на криптодоллар USDT. Нажимаем «Торговля», GPN USDT. Здесь выбираем Market Order, сюда вот нажимаем на сумму, которая у нас, и нажимаем продать. И теперь мы продали по рыночной цене. Заходим в кошелек. И вот видим наши баксы. Теперь нам необходимо вывести наши доллары на нормальную биржу, на которой мы сможем сделать обмен на рубли. Я предлагаю сделать на бирже Binance, это самая крупная биржа на текущий момент. Если вы хотите поддержать канал, то можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Заранее спасибо. После регистрации нажимаете кошелек, обзор кошелька. Здесь нажимаете основной аккаунт, вот на эту вот стрелочку. Здесь находите USDT. Здесь нажимаете «Ввод». И здесь выбираете сеть, через которую будем вводить. Выберем сеть BEP20 для того, чтобы комиссии были ниже. Теперь мы получили адрес. Можем его скопировать. После этого мы с вами переходим обратно на биржу HEGEX. Здесь нажимаем «Вывод». И здесь выбираем сеть. Также BEP20. И здесь важный момент. Для того, чтобы нам покрыть комиссию, нам необходимо пополнить наш баланс на 4.029 вот BNB. Это примерно 12 рублей, такую вот небольшую комиссию мы должны будем отдать. Для этого переходим вот в рынки, и мы должны купить вот эти вот BNB. Вон BNB USDT. Здесь мы покупаем 4.0, вот так вот, я запоминаю, 29. Так, 29 не получается, значит, вот троечку поставим на конце. И за это мы заплатим 9 центов. Все, покупаем. Заявка сразу выполнилась. Если вы не хотите ждать выполнения заявки, то можете нажать на маркетную цену, и он сразу вам купит. Сюда также вводите количество BNB, который хотите купить, там 4.0,
3, да, мы хотели. Ну и нажимаете купить, у вас также произойдет покупка по самой выгодной рыночной цене. Теперь нажимаем кошелек. Видим, что у нас есть вот BNB и есть доллар. Теперь нажимаем вывод. Сеть BEP20 также. Видим то, что комиссия у нас теперь не горит красным, она у нас есть. Ну и все. Здесь получается, вставляем сюда вот адрес, который мы получили на Binance. Можем как-нибудь его назвать, например, Binance USDT. Нажимаем «Добавить новый адрес». И вот сюда вот нажимаем на баланс, он переносится вниз, максимально доступный. Отправляем код на email. И с email сейчас его введем, для того, чтобы можно было вывести деньги. Все отлично, код скопирован. Теперь нажимаем «Сделать вывод». И с нас требует код двухфакторной авторизации. Переходим в приложение Google Авторизатор, который вы до этого ставили на телефоне. И оттуда забираем код временный для того, чтобы совершить обмен. Так. Все отлично. Теперь ждем, когда наши доллары придут на Binance. На Binance еще раз переходим вот в наш кошелек, основной аккаунт. Здесь вот у нас есть USDT. Нажимаем вот. И вот видим то, что деньги успешно дошли. Заняло это примерно пару минут. Теперь мы можем легко обменять наши доллары на рубли. Переходим в торговлю P2P. P2P это когда мы с таким же человеком, как и мы, обмениваемся вот, деньгами. Например, я ему даю USDT, он мне рубли. Или наоборот, это также работает. Так можно покупать валюту. Здесь вот P2P у меня выбрано. Продать нажимаем. Вот, что продать? Продать USDT. Что получить? Вот видите, юань написано. Юань не нужен нам, нам нужны рубли. Вот, и здесь мы можем выбрать следующие способы. Например, получить деньги на киви. Можем получить на счет мобильного телефона. И вот вводите сумму, которую вы хотите вывести. Например, пускай это будет 500 рублей. Просто если вы здесь не укажете 500 рублей, то у всех разные лимиты. И вам нужно будет долго искать человека, который будет согласен обменять эту маленькую сумму. А здесь сразу вводите, допустим, 500 рублей там или сколько вы хотите обменять. И он вам сразу вот находит подходящие варианты. Вот, например, этот человек хочет продать на Росбанк и Тинькофф. Обычно Росбанк пишет, когда подразумевается Сбербанк. Просто из-за санкций эту надпись пришлось убрать. Вот, и поэтому оставили Росбанк. Вот Тинькофф также можно деньги получить. Здесь можно посмотреть, сколько ордеров совершил человек, ну, то есть сделок, и сколько из них удачно были выполнены. И самый интересный вариант — это где вот много ордеров и, допустим, 100% выполненных. Тогда вы сможете обменять максимально быстро и без проблем. Поэтому я спущусь пониже, возьму сумму, пускай будет она маленько менее выгодной, да, но вот хочу вот с этим человеком посотрудничать, потому что у него 4000 ордеров и почти все выполненные. Мне кажется, это залог того, что он мне сделает все мгновенно. Нажимаю «Продать USDT». Здесь, получается, вводим количество рублей, которые мы получим. Соответственно, здесь количество USDT, которое мы при этом продадим. И нужно указать способ оплаты, то есть нашу банковскую карту, на которую придут деньги. Но важный момент. На всех биржах для того, чтобы совершать P2P обмены, нужна верификация. Это не только на Binance, это везде. А верификацию пройти легко. Нужно ввести, например, свои водительские права. Делается это, получается, в настройках. Получается, вот нажимаете на человечка, нажимаете «Верификация». Здесь прикрепляете там паспорт или водительские права, и у вас сразу же открывается возможность торговли. В этом ничего страшного нет, все это привязывают,
и это просто необходимое условие для того, чтобы совершать P2P обмены на любой бирже. У меня также все привязано. Теперь необходимо установить способ оплаты. Вот пускай будет Тинькофф. Здесь, получается, необходимо ввести номер вашей банковской карты, на которой должны будут прийти деньги. Данные карты должны соответствовать данным вашего Binance аккаунта. Имеется в виду, если вы прошли верификацию на свое имя, то и карта должна быть на ваше имя. Вот и все. Вводите сюда номер карты, нажимаете «Подтвердить». Для того, чтобы подтвердить номер карты, нужно еще по телефону подтвердить шестизначным кодом. Вот и все. Здесь выбираете вот способ оплаты, чтобы галочка была в правом верхнем углу. Ну и нажимаете вот крестиком. И здесь вот у вас отобразился номер карты. Еще момент. Для того, чтобы совершить такую сделку, нам необходимо пополнить счет для обмена. Вот здесь нажимаем «Перевод». Здесь вот у нас получается USDT, находим в поиске. Здесь нажимаем вот «Перевод», вот здесь вот. Вот получается у нас есть счет, который для торговли, а есть счет, который как раз для пополнений, вот, который нам нужен. И мы должны на него перевести деньги. Получается, там нужно было примерно 6,5 баксов, да? И вот. Со счета для торговли, вот еще раз повторю, Fiat Spot, мы переносим на счет пополнения. Нажимаем «Подтвердить». Теперь еще раз переходим в торговлю, P2P. Здесь получается продать мы хотели. Что продать USDT? Что получить? Рубль, вот сюда пишем. Какая у нас сумма? 500 рублей, например, мы хотим вывести. Нажимаем здесь «Поиск». Отлично. Вот, давайте еще раз попробуем поторговать с этим человеком, который Муса. Нажимаю «Продать USDT». Вот видите, баланс отобразился. Вот, 500 рублей сюда ввожу. Ну и все. Теперь нажимаем «Продать USDT». Все данные у нас введены, баланс теперь доступен. Нажимаю «Продать». Ждем подтверждения. Вот смотрите, продавец говорит, что он оплатил, вот в этой рамочке это видно. Обозначил заказ как оплаченный. Теперь мы должны проверить, так ли это. Переходим в ваше банковское приложение и смотрим, появилось ли там 500 рублей в моем случае. Вот я вижу то, что 500 рублей от него появилось. Поэтому я нажимаю «Платеж получен». Вот нажимаю «Я получил правильную сумму», получаем код. Все, код на почту я получил, нажимаю «Отправить». Нажимаю «Ок». Вот таким образом происходит сделка. Видите, написано «Ордер завершен». То есть покупатель, который покупает нашу криптовалюту, переводит нам на карту деньги, и мы нажимаем кнопку «То, что получили». И на этом сделка заканчивается. На этом у меня все. Присоединяйтесь в Telegram-группу и обязательно принимайте участие в розыгрыше Асика. Очень крутая штука. Всем советую. У всех есть шанс выиграть. Условия максимально простые.